Всем здорово, ребят. Ну что, пробую зайти, не могу записать нормально из-за скорости интернета, поэтому заранее извиняюсь за возможную корявую запись и, возможно, за одну и ту же самую песню, которую вы будете слушать, потому что песен у меня на компьютере вообще ни хрена нету. Интернет еще нормально не провели. В общем, тем, кто не знает, куда я делся, думаю, скоро сделаю видос. Что у нас есть сегодня на русском? Я через мобильный интернет залетел. Карта богатства, собери себе сам. Сейчас чекнем, что тут за паки. Что-то новое добавили или нет. Не, ничего такого пока, к сожалению, нету. Коллекционер героя. Воу, полегче. Целый мешок зефира, нифига себе. И 20 осколков барда, ребят. Не, ну за 15 слизней 20 осколков барда, я думаю, тем, у кого его нет, у кого надо дособирать, в принципе, как вариант. Но это, опять же, это ненадолго. Это 1-2 коллекционера, и все, и барда отсюда уберут. Но в любом случае, это плюс, это лучше, чем то, что было. Плюс ПДшка довольно-таки неплохо. Что еще по акциям у нас есть? Нифига толкового нету. Сегодня у нас понедельник. В понедельник обычно ничего такого нет. Сумка одна. 11-я одна. Ребята, одна сумка. Просто трэш. Так, трэд с выгодой. Ой, немножко поменяли, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, 4-й карты добавили. Пыльцу за 100к50 пыльцы. Ну, это, конечно, бред. Ну, вот здесь слизни однозначно плюс. Камешки. Да, неплохая трата. Ну, за такие самые, конечно, на Тайване можно собрать половину зефира, но все же довольно-таки неплохо. Для русского сервера, я вам скажу, это реальное изменение. Так, поехали на немецкий сервер, попробуем зайти. Надеюсь, он упустит. Если не пустит, будем с вами пробовать залететь. В общем, будет много изменений на канале, я думаю. Нужно будет от вас фидбэк по поводу акций. Так, смотрим, что у нас тут интересного есть. Говорю по поводу акций, по поводу игр. Как что проводить я буду, стримы там и прочее. В общем, до этого мы дойдем. Так, тут у нас отлично. Ай, чем я забрал за монетки? Я одного уже забрал. Так, опять места не хватает. Блин, да что за фигня? Тупо не хватает места. И причем довольно-таки часто. Мне на этом аккаунте не хватает места. Это говорит о том, что здесь раздача довольно-таки неплохих плюх. И, как видите, календарь реально топовый. Так, я не видел на русском сервере. Здесь тоже нету еще до сих пор шарика не запустили. Ну, может, сегодня запустят. Так, есть найм, но у нас ничего нету на этот найм. Поехали посмотрим рынок. Я постараюсь накачать музычки какой-то интересный. Ну, посмотрим, я думаю, день-два и все решится. Так, нет, тут ничего нету интересного. А, побежали на атаку фортов. Вчера была атака фортов, я залетел уже. 22 сундука, сейчас откроем. Сумка лисицы. Плюс один. Давайте карточку откроем. Повторочка хрон. И поехали, открываем. Ага, открываем. А места-то не хватает. Размечтался. Блин, эта музычка меня уже вымораживает. Вас, наверное, тоже. Но это лучше, чем вы будете слышать посторонние звуки. Так, есть, забрали. Отлично. Книжки продаем. В принципе, тоже можно на КГшки спустить. Сейчас попробуем пооткрывать новые сундуки. Я надеюсь, там что-то интересное вылетит. Бум! Так, слизни новые вижу. Камешки. Ну, изменения. В принципе, там еще ребята показывали карты, падают четвертые. Напишите, у кого что еще интересного упало. Но изменения, в принципе, неплохое. Единственное... Камни падают, книги фиолетовые, слизни, сменка. Ну, в принципе, относительно неплохо. Там писали четвертые карты, я видел. Пишите, кто
кто что еще вытащил. Но у меня вопрос больше, наверное, по самой локации. Здесь-то они поменялись, сделали все круто, новые плюшки, но локацию сам, ну, то есть пофиксили, там реально просто локация, просто трэш, ее надо фиксить вдоль и попере. Не знаю. Тут очень много вопросов по этому поводу. Поехали на русский, еще раз забегу, посмотрю, пустит, не пустит. Если не пустит, будем пробовать достучаться еще на английский сервер. Может там, ну на этом я шарик смотрел, рассказывал, не помню или нет. Шарик говняный. А, да, я писал видос про шарик был. Шарик реально говняный. Не, нету здесь шарика, поехали на английский, попробуем залететь, может получится. Ну, нормально, connection идет. Если телефон возле Wi-Fi компьютера, то connect идет. Так, пробуем. Пробуем залететь. Я надеюсь, мы зайдем. Ну, нормально заходим. Пока еще тянет. Такс, смотрим. Так, апдейт паки. Апдейт пак. Новый герой где-то с дня на день, когда запустится, день-два, думаю, остров. Что-то поменяется. Так, понятно. Режим майнинг. Это донатная, по-моему, режим майнинг. А здесь, видите, похуже грузится. Открыть сундуки, хрусталка, карточка. О, нет, нифига себе, Лис и Мэри. Реально круто. Лис и Мэри. Ну, конечно, попасть надо шанс очень. Ну, когда-то ребята писали, что кто-то вытаскивал с бесплатки верхние эти. Но это очень редко. Это что-то грузится. Видите, очень долго. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Не знаю, по поводу Нарси я уже не стал писать видос, потому что туда реально мне залететь очень сложно будет с таким интернетом. Но думаю, все скоро изменится, исправится, и мы с вами потрошуем. Больше вроде ничего такого нету, шарика тоже нет. Единственный шар пока есть на Тайване. Возможно, сегодня на немке запустить. Я надеюсь, что на немке будет шарик немножко отличаться от других. Я на это надеюсь. Думаю, как и многие. А, это вот эта акция. Вчера было, да, вчера было здесь вроде дерево. И это было вместе. То есть возможность забрать дерево и забрать плюхи. Сейчас единственное, я гляну, там писали ребята, что поменяли плюхи. Ой, не туда зашел. Поменяли плюхи на АС сервере. Взглянем, или здесь поменяли. Вот, по-разному грузится, конечно. Одна карта. 10400. Не, здесь не поменялось. Здесь все вроде то же самое осталось. Если я не ошибаюсь, то вроде без изменений. Это на сервере, но я туда, к сожалению, не смогу так законнектиться и зайти. Но будем надеяться, что скоро мы сможем с вами все делать по-нормальному. Вы не будете слышать одну и ту же самую мелодию, которая меня уже тоже заебала, честно говоря. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете по поводу обновления, которое вышло. Меня до сих пор бомбит от этого. Ставьте лайки, подписывайтесь. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь и пишите комментарии. И будем дальше с вами уже определяться с набором игр. Все, надеюсь, только я жду интернета, и все будет. Все, всем удачи, всем пока.